Добро пожаловать на просмотр видео. Сейчас я буду вас радовать. В предыдущем розыгрыше по Motor Depot я разыгрывал два ключа от игры. Конечно же, это, мягко говоря, понравилось многим пользователям. Ну а что скрывать-то? Халяву любят все. Поэтому я решил провести еще один розыгрыш. Но на этот раз ключей не будет. Будут игровые деньги. И победителей будет уже не 2, а 10. Призовой фонд составит 1 миллион рублей. То есть каждый победитель получит по 100 тысяч в игре. Я сам лично на сервере передам деньги каждому счастливчику. Все, что для этого нужно, это поставить лайк под этим видео, подписаться на мой канал и написать любой комментарий. И просто обязательно иметь ВКонтакте. Сразу говорю, не надо писать тем, у кого нет игры или у него пиратская версия, в мультиплеер вы зайти не сможете при всем желании, а деньги будут передаваться именно там. Я лично свяжусь со всеми победителями, ну или они со мной. Далее я создам временную беседу во ВКонтакте, где всех туда добавлю, ну и создам в итоге закрытую комнату в мультиплеере, и там каждому вручу эти 100 тысяч. И да, как вы знаете, так скажем, прием денег в Motor Depot доступен только с третьего уровня. Если ваш левел ниже, то все, ничего не выйдет. Поэтому от вас требуется наличие ВКонтакте, официальной версии Motor Depot, как минимум третий или четвертый левел в игре, лайк, подписка, коммент. Что же, ну и это не все. Если под этим видео наберется 300 лайков, то призовой фонд следующего розыгрыша составит 5 миллионов, и победителей будет не 10, а тоже 5. И каждый из них сможет получить по одному ляму. Где вы вообще такое видели в Motor Depot? Да нигде, это происходит впервые. Что же, результаты будут опять же на стриме числа, так скажем, 20-го, то есть воскресенье, где-то в 15:00. Но я всех оповещу о стриме. Что ж, всем удачи желаю в этом конкурсе. Встретимся в следующем видео или на том самом стриме.